И волшебного утра, дорогие светочи этому миру, дорогие светлые люди, чисто несущие позитив, улыбку, радость, счастье в этот мир. И я приветствую всех, кто сегодня с нами на этой смехоэнергии, на нашей смехозарядке, которая включает так много разнообразных элементов, да? И бывает такое, что мы все в одну тренировку не успеваем, поэтому наши тренировки, как вы заметили, они достаточно разнообразные, да? Хорошо. И, дорогие друзья, давайте возьмем вдох этого раннего утра. Возьмем с любовью, с радостью. Задержали, задержали. И на выдохе через ротик. Еще раз вдох счастья. Низ животика. Вот надулся, как этот мячик. Задержали, задержали. Погладили животик, да, чтобы у нас все хорошо работало, все пищеварительные процессы. Тянулись, потянулись, задержали, задержали. И на выдохе. И таем, как мороженое, да? И еще раз вдох, животик. Вдох делаем через носик. И как мороженое растаяли. Молодцы, дорогие друзья. И давайте мы сейчас продышим наши носики, да, и будем делать вот такое упражнение. Закрываем одну ноздрю и делаем вдох. Теперь закрываем другую ноздрю, выдох. Через нее же вдох. Меняем ноздрю, выдох. Не отрывая пальчика, вдох. Пальчик меняй. Выдох. Не отрывая пальчика, вдох. Выдох. Хорошо, хорошо. И давайте мы сейчас немножечко с утра прямо вот сразу подкашливаемся, потому что у кого-то собралась слизь, у кого-то собралась мокрота, а у кого-то собрались какие-нибудь негативчики, да, может быть, за вчерашний день. Но мы все не идеальны, это нормально. Это нормально, что мы где-то, может быть, спылили, где-то там поссорились, что-то такое. Конечно, мы над собой работаем, конечно, у нас есть такие вот браслеты миллионера, это все знают, да. Но, тем не менее, и давайте мы сейчас будем, знаете, как откашливаться. Вот не только сплевывать слизь, мокроту, но мы будем вот из себя все плохое выгонять. То есть вот все, что у нас накопилось, гнев, боль, может быть, у кого-то стрессы, если были, у кого-то, может быть, волнение. Ну, а кто у нас идеальный, безупречный, тогда просто мы откашливаемся, хорошо? И приготовились, улыбочку обязательно надели. И все плохое на физическом и ментальном уровне мы из себя выкашляем. Вдох и поехали. И сплевываем обязательно. Вдох. Еще раз вдох. Можно подпрыгивать, да. Можно делать вот так вот, как, знаете, насосик, или как мячик отбивать и себя выгонять. Вдох. Хорошо, хорошо, да. Ну, напоминаю, что наши упражнения, они служат прежде всего здоровью, потому что мы смеемся по правилам, тем самым больше увеличивая наше кровоснабжение и больше поступает кислорода. Шире распахиваются наши легкие, и каждый раз объем легких вырастает. И кислород поступает к мозгу, к сердцу, ко всем нашим органам. Поэтому, когда вы делаете любые какие-то упражнения, да, с этим связано, если у вас что-то болит, допустим, у кого-то горлышко болит, да, положили руку на горлышко, да, и всегда еще ментально проговариваем, мое горлышко здоровое, да. Я певица, можете говорить, да, я лучший оратор, я лучший спикер, да, мои связки прекрасно работают. Если это сердечко, оно то же самое. Мое сердце – мотор моей жизни, прекрасно работает, мое сердце здоровое.
То есть вот это все проговаривайте и во время тренировок хорошо используйте. А также наши тренировки – это face building, да? Одеваем улыбку, и все, что мы делаем, любые упражнения, мы их делаем на улыбке. Будь то откашливание, будь то смех, будь то пропевание звуком – это все в данном случае инструменты, да? И когда мы смеемся, у нас вот эти все мышцы, они идут назад. Не так, когда грустно, да, и мы такой смайлик. А мы делаем вот так вот, все прокачиваем, да. И все, что бы мы ни делали, мы делаем на улыбке и на смехе. И давайте сейчас наш подбородочек вот так вот попростукиваем и обязательно смеемся. Даже если кто-то на работе, тихо смейтесь, все равно наш мозг, он считывает, да, гормоны радости поступают. И поехали. Да, у кого-то мой подбородочек, хорошо, хорошо простукиваем. На выдохе у нас животик подтягивается, пресс работает, вдох. И вот так. Хорошо, молодцы. И вдруг, вдруг мы вспомнили, что нам так хочется покушать, да. И мы, а время, представьте, что уже вечернее, позднее, да. У кого такое бывает? И тут на нас нападает жор, и мы открываем холодильник, а там тортик. И мы отрезаем кусочек. Еще кусочек. Я вчера вечером так делала. И вес только. Аппетит приходит после еды. Да, после еды. И берем все, что есть в холодильнике. Сыр. Сметанка. Еще достаем, что там загребаем. И смотрим на себя в зеркало. А животик наш растопырился. И мы считаем, сколько калорий мы съели. И тут мы понимаем, что нам нужно идти куда? В спортивный зал. И мы побежали в спортивный зал быстрее, быстрее выгонять все калории, кто вчера вечером кушал. И бежим в спортзал, бежим, бежим. Ухтали немножко вдох. Ух, идем, 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 дышим, наращиваем, наращиваем быстрой походочкой, более быстрой. Да, опять немножко пробежались. Приходим в спортзал. А тут такие все подтянутые. А у кого-то такой пресс, боже мой, мечта. А у кого-то такая попка, как орешек, такая крепкая. Ножки подтянутые, такие все спортивные. И вы думаете, о, давайте заниматься, да, ручки на пояс. И поехали, и с улыбочкой обязательно. Потому что гормоны радости в нас поступают именно, когда мы улыбаемся, именно, когда мы смеемся. И хорошо-хорошо разминаемся, улыбаемся, смеемся. И вот так покрутили головой. Она нас смотрит, а они так не все умеют, да? А у нас вот такая вот голова, да еще и смеющаяся включаем.
пальцем назад, ручки, да, над нашей осаночкой работаем. Чувствуйте свои мышцы, чувствуйте, как у вас все растягивается, как вам удобнее, как вам лучше, да. И поехали назад. И вперед. А теперь одна рука вперед, а другая назад. А ну-ка, пусть они так сделают, все, кто в этом спортзале. А мы же с вами еще нейрогимнасты, да? Мы с вами в другую сторону, и мы с вами умеем делать то, что многие не умеют. Потому что наш мозг гибкий, наш мозг пластичный, мы его каждый день развиваем, да. Повесили ручки, вот так повесили, и начинаем от локтя. Подмог. В другую сторону вперед. Хорошо. И наши пальчики поразминаем, поразминаем, поразминаем. Растёгиваем, да, так, хорошо. И сомкнули ладошки в замочек. И хорошо, хорошо растягиваемся. Кто сколько может. Главное, чтобы это было постепенно, да, без резких движений. И включаем смех, да. Делайте, как вам комфортно, делайте плавно. Вот если больно, вот сколько можете, столько делать. И смеемся, и растягиваемся. Локоточек. Да, так вот заводим ручку нашу, да. И другую. И начинаем приседать и отставляем попу, как на стульчик садимся, и начали. Мышцы напрягаем, ножки, попа, мышцы напрягаем. Вот очень важно, девочки, приседать — это прям одно из самых главных упражнений, которые важно в течение дня делать. Потому что если мы не разминаем эти мышцы, потом трудно идти по ступенькам кому-то, кому-то трудно вставать с дивана, да? То, что мы не задействуем, оно потихонечку перестает работать, да? Поэтому дома считайте, с каждым днем больше и больше раз приседайте. Начните там 10, 20, кто сколько может, кто-то 50, и доводите каждый раз, ну, хоть на один присед, но больше делайте. Хорошо, молодцы. И делаем кошечка. У нас сердито. Кошечка прогнула спинку ласково, да? Раз, два. Таз у нас не работает. На месте, зафиксирован. Раз, два. У кого не получается, сядьте на стульчик. На стульчике у нас вот седалище будет закреплено, зафиксировано. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, раз, три. Два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, хорошо, и ладошки сделали, и теперь, и приседаем, вот именно то же самое движение, и хингричанку, как мы его добавляем, да, и поехали. И работа, работа, спинка. И можем сейчас подкашливаться, вдох. Из всех загробов, из всех залежей все выходило, не нужно. Так, хорошо, молодцы. И становимся на беговую дорожку, да?
включаем музыку, да, можно Леонтьев, все, бегу, бегу. И вначале начинаем медленно. Медленно. А потом чуть-чуть быстрее скорость прибавляем. На январь, когда же потом шутить? Быстрее, на девочки, 9 января. Разговаривают, январь, февраль. Октябрь сегодня, всех с днем учителя. Да. И наращиваем скорость, побежали, 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 побежали. И смеемся, чтоб весь спортзал слышал. У нас уже выходные. И медленнее делаем скорость. Переходим на шаг. Смотрите, как отдыхает. Постанавливаем дыхание. Девочки, переключите звук. Кто там разговаривает? 28, 29, 30, 31 отдыхаем. Кто у нас там разговаривает, девочки? Татьяна Федорова, выключите микрофон. Вдох. Продолжаем, идем, 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 идем. Улыбочка. Вдох. И сейчас мы с вами будем мячики закидывать в корзину желаний. Итак, каждый берет мяч. И на этом мячике пишет свое самое заветное желание. Итак, взяли мяч и пишем на нем, например, я здорова, да, или у меня отличное самочувствие. Корзину, увидели все корзину? Берем мяч, приготовились, очень важно попасть, чтобы желание исполнилось. Все смотрим, фокус, фокус на корзину. Вдох и... У вас у всех получилось, красавица! У всех у вас исполнятся ваши желания! Берем еще один мяч и пишем следующее желание, чего вы желаете. Допустим, финансовый поток открыть в свою жизнь, да? Пишем и приготовились, берем корзину повыше, смотрим. Вдох. И я. Супер, у вас у всех получилось. Вообще красотки. Ну и Бог любит троицу. Берем еще один мячик. И напишем каждый свое самое сокровенное желание. Написали. И чтоб мячик обязательно попал, далеко высоко летел, мы его сопровождаем смехом, громким смехом. Приготовились, вдох. И... Кто молодцы? Мы молодцы, да! И наша считалочка. Да, хорошо, хорошо, да. Лучший день, лучший день. Да, потянулись, вдох. Животик набирается. Выдох, животик втягивается. Еще раз восстанавливаем дыхание. Вдох. Животик на выдохе втягивается. Хорошо. И сейчас мы им еще всем покажем, что они точно не умеют, да? И мы начинаем нашу пальчиковую гимнастику, да? И делаем вот такую цепочку. Раз, два. Указательный большой пальчик. Теперь то же самое, только средний и большой. Безымянный и большой. Мизинчик и большой. И назад. Раз, два. Указательный. Да? И вот такую цепочку плетем. Меняем пальчики по два раза. И смеемся. Поехали. Ха-ха-ха.
теперь пробуйте не смотреть на пальчики. И поехали, вдох. И немножко посбивались, да? Кто сбился? Я сбилась. А теперь берем большой указательный, дотронулись и поехали. Другой пальчик. И вот так вот идем. Раз, два. Раз, два. У кого не получается, вначале медленно. Да, вот так. Раз, два. Вот нейрогимнастика, она хорошо работает на гибкость, пластичность нашего мозга. И в другую сторону, назад. Очень полезно делать, у кого особенно память страдает, или кто консерватор и говорит, я вот так привык, и все, и ходит только одними и теми же улицами, и каждый день делает только одно и то же. И у кого жизнь не играет яркими красками, вот очень важно делать обязательно, да, нашу нейрогимнастику. И давайте пальчики растопырим, можно на стол положить, и берем карандашик и делаем между пальчиками. Вот так, между пальчиками. И стараемся по пальцам не попасть. Да. И, конечно, смеемся. Хорошо, другую ручку. Поехали. И... В своем темпе делайте. То есть никто тут никому не подражает. Любые упражнения вы делаете всегда в своем темпе, в своих возможностях. Не сравниваем себя ни с кем, а сравниваем себя только с собой вчерашней. Да? Если что-то не получается, мы делаем медленнее, но правильно, закрепляем, тем самым у нас образуется новые нейронные связи. Когда вы что-то новое изучаете, у вас всегда образуются новые нейронные связи. Поэтому важно всегда получать новые знания, развиваться. Да. И тогда наш мозг всегда будет каким? Пластичным. Взяли ручку, карандашик, и вот так между пальчиками. Вот так походили пальчиками. Да, походили. Вот, пальцы у нас должны быть обязательно хорошо разработаны, чтобы никогда не было закорлючек, чтобы пальчики всегда были гибкими. Они связаны с нашей артикуляцией, поэтому те, кто спикер, кто проводит мастер-класс, другую ручку, вот, обязательно важно делать различную вот такую нейрогимнастику, пальчиковую гимнастику, да, чтобы это все сочетать. Но мы еще что? Мы еще добавляем наши... скороговорки, например, ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. И давайте все вместе. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. Получается? Да. И побыстрее. И можете при этом пританцовывать. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. И еще побыстрее. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 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 Получается? Да. Хорошо, молодцы. Во дворе трава, на траве дрова. Думаю, уже многие выучили. И во дворе трава, на траве И еще раз вдох. И мы идем с вами в душ.
И набираем ведро, на котором написано «Любовь и благодарность». И поднимаем его, поднимаем и говорим: «Я желаю всем здоровья и счастья! Я желаю, друзья, вам всем счастья и здоровья! Я желаю всему миру здравия и счастья!» И начинаем смеяться. Берем смехомочалку, хорошо, хорошо разбираемся. Алю, алю, хорошо, хорошо разрабатываем. Растираем, растираем, мочалочка. Еще спинку, давай, поменяли ручки. И попу хорошо, хорошо растираем. И немножко попростукивали, вот так, снизу вверх попростукивали, да. И животик, вот так. Вот так. Отлично, отлично, да. И душ тепленький. Ой, хорошо. Жизнь прекрасна. Там, где я всегда классно, да. И хлопья. И горячая. И холодно. Молодцы, молодцы. И пьем кислородный коктейль, да. А он у нас наполнится нашим смехом, нашей радостью, да. И пьем, и смеемся. Молодцы, молодцы, да. Итак, согнали все калории. Больше вечерами не кушаем, хорошо. И тем более все калорийно, все мы отметаем. Сладкое, высококалорийно мы отметаем. Но каждый день делаем обязательно такую смехозарядку. Запускаем смехоэнергию. И сейчас у нас будет звукотерапия, друзья. И делаем вдох и на букву А выдох. Длинно-длинно тянем. Кто сколько может. Вдох. Боже мой, вытягивается. Тянем, тянем. Даже выдыхайте, пока звука нет, все равно выдыхайте. Так, хорошо. Теперь О и М добавляем. Вдох. Поехали. О. То есть у нас получается ом, и губкам должно быть щекотно. И вот сейчас ваши все вот клапаны, регистры, у кого заложено, все это потихонечку отходит, да? Давайте еще откашляемся. Молодцы, давайте еще ом. Повторим. Вдох на носочки становится. Животик надулся. И теперь втягивается. У нас пупочек втягивается, втягивается, втягивается. А улыбочки, а улыбочки. Хорошо, молодцы. И можете высоко, низко, не делайте все на одной ноте. И никто никому не копирует, как вам хочется. Вдох. Животик надулся на вдохе.
каждый в своем тембре. Главное, чтобы выдох шел длинный, животик втягивался на выдохе. Да, звукотерапия, она резонирует с каждым нашим органом, тоже оздоравливает, то есть это очень полезно. Да. Э, вдох. Вот, слышу, что кто-то импровизирует. Это классно, здорово. То есть вовлекайтесь, это еще такой творческий процесс, да. А, О, У, Э. И давайте И буква. Если в процессе кому-то нужно откашливаться, все хорошо, потому что процессы запущены, мокрота отходит, все вы делаете правильно. Вдох, буква И. Хорошо. И вдох. Хорошо. И теперь я. И подумайте о себе, кто вы, и скажите сами себе: я мега-лидер, я легендарный герой, я умница и красавица, вот все, что вы хотите про себя говорить, да, и все, это все про меня, да. И подумали, вдох, кто такой? Я! На все буквы, мы уже горлышко наше прогрели, оно у нас открылось, да, и с улыбкой на все буквы смеемся. И друг друга покривляли. Если откашливаться во время смеха, да, откашливайтесь. Подожди, я вам... водичку, которая у нас стояла, заряжалась, да, нашим смехом, нашими звуками, добрыми словами, и пьем, и каждый проговаривает, да, как работают эти органы, все, что вы хотите. Кто-то говорит, я лидер. Я мега уверенный в себе человек, да.
Я сам решаю, что мне делать. Да, я лидер. Меня осеняет. Я получаю инсайты. Я всегда впереди. Я обучаюсь новому. Да. Я все могу. У меня все получается. Да. Получается, да. Каждый день я развиваю свой мозг, развиваю свое тело. Да. С каждым смехом, да, мое тело омолаживается, оздоравливается. Да. Омолаживается. Да, морщинки исчезают, лицо расцветает, да. Да. Вот каждый проговаривает, дорогие друзья. Я тут в чате написала, у меня спрашивают, не все наш канал знают, йога смеха, я туда выставляю ссылку. Зайдите сейчас в чат и там скопируйте, либо кликните. И кого там еще нет, добавьтесь, поделитесь ссылкой со своими друзьями. Сегодня у нас, кто ходит в Академию Айше, у нас сегодня тема защита от негативного яда. Я сегодня вечером провожу в 19 часов, но я хочу в этот прекрасный день вам всем пожелать, чтобы вы действительно были защищены от разного негатива извне. Поэтому выбирайте себе правильное окружение энергичных, драйвовых, да, людей веселых, от которых идет энергия. Да, не топчитесь на месте, ходите разными тропами, кушайте левой рукой, кто правша, и наоборот. Делайте то, что вы не привыкли, изучайте то, что вы не знаете.